Китайская компания «Зумлеон» налаживает совместную вытворчесть с могилевскими заводами «Трансмаш» и «Строммашина». 30 жнивня Могилевскую область наведала делегация провинции Хунань Китайской Народной Республики. Напередодні у столице китайская делегация встретилась с Александром Лукашенком, и керавник державы гарантовал китайским компаниям максимально сприяльные умовы господарения. И подкреслил, что у Могилевской области есть промысловый потенциал, який можно развивать с притягнением предприемства у провинции Хунань. Китайская делегация побывала на двух предприемствах машинобудования – «Трансмаше» и «Строммашине». Миновито яны берут удел у пилотных проектах совместно с китайской компанией «Зумлеон». На «Трансмаше» зроблены пилотные узоры специальной техники аутокранов, один из яких, до речи, литерально днями реализованы у России. Яна робится совместно шасси массы и китайское начинение. Меркуется, что на «Строммашине» совместно с китайскими партнерами будут выраблять вежевые краны. Мы предлагаем им сотрудничество. Это самое главное. Мы ожидаем, что они готовы будут разместить на наших площадках свое производство. Это даст новый толчок для дальнейшего развития наших производств. И, конечно, это «Зумлеон» – всемирно известная компания, это корпорация мировая, которая имеет огромный опыт, имеет хорошие перспективные разработки, которые внедрить у нас в производство было бы очень интересно. И это было серьезный дополнительный стимул, импульс для развития наших производств.